Уважаемые друзья, мы рады приветствовать на гостеприимной белорусской земле представителей дружественного венесуэльского народа. Беларусь придает большое значение отношения с этой латиноамериканской страной и готова предпринять все необходимые шаги для наращивания плодотворного двустороннего взаимодействия. Нынешний официальный визит моего друга, президента Венесуэлы, будет способствовать углублению партнерства между нашими странами во всех сферах. Мы сегодня обменялись мнениями относительно ключевых направлений политического и экономического взаимодействия, определили ориентиры на будущее –